Приветствую, друзья, зрители, подписчики канала. В общем, как коллекцию пополнил очередной экземпляр. Приемник такой, мне его 304. Я такой никогда не видел, честно говоря. Кстати, в очень хорошем состоянии. Вот смотрите, бумажечки все здесь есть. Даже самое приятное, здесь есть пломба. И она не повреждена, вот цифра 3. То есть он полностью запломбирован. Вот. Ну, естественно. 403, 251. Естественно, нужно будет, скорее всего, электролиты менять. Ну, я покажу, как он работает. Там на улицу выйду. Вот. Не могу сказать, что прям доволен его работой. Но, по крайней мере, я таких еще приемников не видел. Не знаком, скажем так. Поэтому сейчас попробую показать, как он работает. Длинные и средние волны. Я же говорю, идеальное состояние. Вот у нас ручка настройки. Вот так вот она работает. Необычно, как для меня. Я так понимаю, здесь конденсатор просто и все. Это регулятор громкости включения. Ну, сейчас выйдем и продемонстрирую, как он будет работать. Вот, на улице сейчас уже у нас 7:45, так что эфир уже ожил на средних волнах. Так, вышел я на улицу. Знаете, вони дуже часто або перераховують музичні твори, або способи виконувати музику, або інструменти. Там... На 21 сентября, на 23, я поздравляю. Va fi o lovitură de la gol, să vedem dacă va fi potrivit. Так, ну это средняя волна, сейчас я переключусь на длинные. Посмотрим, что здесь будет на длинных. Так, ну это румыны. В общем, что могу сказать? Приемник рабочий, работает, но недостаточно амплитуды, что ли, громкости. И поэтому я думаю, ну явно надо менять емкость 100%. А так рабочий. Вот, так что всем спасибо, ребята, кто смотрел видео. Ставьте лайки, дизлайки. И всем три, всего доброго.